The American public is very much interested to know the purpose of your arrival. I come to gather it. What? To gather thesis, I say. I'm not only a soldier, but a botanist. And in such a region, there are... Thanks a lot, Colonel. You know, your English is excellent. Do you know any other languages too? I know a language necessary to my empire. Which is that? Russian. Ruski. Oh. Вы поете, друзья. А главное, в городе надо, чтобы было тихо. Японцы только и ждут, чтобы... Японцы! Плевал на своих японцев. Дай мне троих обозреть. Троих не возьмешь. Почему? Они джитсу знают. Ну, двоих. Ты меня знаешь? Бублик это. Как не звать? Бублик. Там сразу и говорили. Пить, мол, нельзя. Понятно же. Пожалуйста, садитесь, садитесь. Пожалуйста, господин поручик, дайте мне список японских подданных, проживающих в городе. Вы знаете Уцида, господин Гурисин? Хорошо. Уцида. Хорошо.
Очень поздно, но для русского господина, пожалуйста. いきな美人を見つけましたね。いきな美人を。誰ですか。芸者です。芸者ですか。いきな島だや、本当にそうだね、ちょいと。いちょがい。 А? Хорошо. Вы свободны до 12 часов. Антони Солдане, и чай-то. Интересно. Так-так. Покойнички еще тепленькие, а объявление уже расклеено. А техника. Ну, сейчас по домам. А в 3 часа в депо у Трофимыча. Пошли. Здесь, в городе, открыто сопротивление сейчас бесполезно. Надо поднимать тайгу. Андрей, ну что? Вот только что получено из Москвы от Владимира Ильича. Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем, товарищи, не делайте себе иллюзий. Японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Все ясно. Ты, Андрей, сегодня же вечером выйдешь в тайгу. Хорошо. Трофимыч подбросит тебя на своей овечке.
Вот она, дочка-то моя, Маша. Познакомьтесь, товарищ Андрей у нас поживет, ты его свезешь. А как же, ведь белые у нас вчера пришли. Белые? Кто? Не то колчаки, не то катери, а может и калмыковцы. Может, теперь опасно туда? А где теперь не опасно? Калиш-то экстренное, так ты мне вот через Семен Николаевич. Можете не сомневаться. Я, можно сказать, и попал ты в эти края за беспокойство характера и любопытство к революции. Будем знакомы. Ну что ж, молчите, мужички. Я повторяю свой вопрос. Где спрятано оружие? Куда девались коммунисты? Комиссары где? Павел Квитко, выходи. Нету его. Убежал на Амур. Убежал. Ладно. Кузьма Трёпов, Федор Бездомный, Иван Бугарков. Вперед. Ну? Может, не слышите? Выходи, говорю. Квитко, отец, тут. Да все убежали. А есть здесь Егор Квитко. Я ваш сорбродя. Ты, Егор, в армии служил. Так точно, ваш сорбродя. Русско-японскую компанию в крепости Порт-Артуре. Георгиевский кавалер, он, ваше благородие. Вижу, очень хорошо. И как же это, Егор, все вышло? Что твой сын с красной сволочью удрал. Против своей родины пошел. Против русской армии. Ваш сокровище. Красные они не японцы какие-нибудь. Так ты вот как рассуждаешь. Пой. Гимн, национальный гимн, пой, сукин сын. Боже, царя храни, сильной державной, голос плохой. А ваше скородие не Кеной, а Георгиевской кавалер. А я вас искал. Есть приказ немедленно выступить для встречи сопровождения японских войск. Thank you.
Задушишь парня, девка! Тебя-то вот видно, душить некому. А ты попробуй, обними, может, и выдержу. Топай, топай, обнимальщик. Бог милости пошлет. Могли бы и по-нарошному целоваться. А то обрадовался. Ну! Старик этот, Егор, с нашей деревни, сын у него большевик. Огонька у вас не найдется, случайно? Да вот старче, помирить не согласен, не покуривший. А тот? А тот был не курящий. А ну, давай-ка огня! А нет, катись к чертовой матери. Погоди-ка, приятель, дай-ка я сам достану. Теперь-то хоть руки развяжите. Дьяволы. Теперь все зависит от нас самих. Москва, она, конечно, поможет. Но ведь от Москвы-то сюда 10 000 верст. Да, много. А каждую версту им надо взять с боя. А вы в Москве были? Был. А Ленина видели? Видел. Наши идут, что в засаде были! Нас береги. Сидим мы в засаде, видим, с другого конца солдаты выходят. И у каждого вокруг фуражки красная полоска. Тут кто-то и крикни: свои это красные. Повыскакали все на дорогу, машем им, значит, кричим. Эх, полоснули они
по нашему крику пулеметов. Более половины там и осталось. Вот только мы и ушли. До старшего нашего командира кое-как с собой унесли. Товарищи, командир ваш пал не от белогвардейской пули. Солдаты эти с красными околышами — новый и более опасный враг. Японцы! Настало время, не сегодня, завтра придется нам собирать силы. Кто здесь, граждане? Командир. Ну, командир, спрашиваю, кто? А вам что, товарищ? Вот, прибыли на пополнение, как желающие стать красными партизанами. Ну что ж, дело хорошее. Располагайтесь пока, а потом решим, как и что. Ага. Вы бы, товарищ, распорядились насчет покойного. Поставьте караул. А завтра мы организуем похороны. Да, вот еще. Как освободитесь, приходите. Мы с вами поговорим. Ага, хорошо. О, Егор, здорово! Здорово, дядя Федя! Здорово, здорово! Ну, как ты, брат? Да ничего, ничего. Маша, у меня есть для вас дело. Только опасное. Я не боюсь. Надо пробраться в город и наладить связь с партией. Согласны? Да. Есть. А вы воевать-то умеете? Я? Да. До сих пор не приходилось.
дедушка. Кури. Текио, отдай стака. Ермасин. Ого, отнеси, собака. Ага. Ах, как хорошо. Утром надзорька, бурячий, нахота. Только я не имею ружья. Дробовника. Можно кто-нибудь имеет ружья? Как не иметь? Мы же охотники. Ну, пожалуйста, принеси. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Кусацуя и такой ти дова, ой, де докося. Ну, погоди, дай срок. В народе слух прошел. Тайге партизаны силу копят. Насквозь изучи. Ложки, чашки не дадут.
Грех по их небе. Ну, это ты, Егор. Кушайте на доброе здоровье. Вот спасибо, хозяюшка. Поставь, пусть курит. Да и вы курите, если хочется. Да может, у вас и табачку-то нет. Я сейчас. Да ты что, ты веру сменяла, что ли? Знаешь, вам за табачок-то на том свете. Что там на том свете? Вот, старику моему японский начальник подарил. А потом его и расстреляли. Забудем и это. Здорово, Маша. А это Бублик. Кифозный. Да, кифозный. Thank you.
Мне пора идти. Чего тебе идти? Хочу здесь со всеми нами. Егор! А где все остальные? А я их всех в наряд назначил. В караул, то есть. Так я пойду, мне проверить надо. Машенька, так ты теперь смотри там, в городе, поосторожнее, без нас. Сади! Много кони давай! Так коней нету такие. Будут лошади. Так нету лошадок. Ах, как жаль. А ну, хрычи! Впрягайтесь сами. Только чур осторожней. Не трясти на ухабах! Так вы что ж, бунтовать вздумали? А ну, живей! Так чё, старики, нонче на их улице праздник. Прягать гнедые, повезем.
Ну что, старички, будут лошади? Конит из нашей деревни. А верно. И на первой подводе мой батька сидит. Вот старый черт. А. Давай, рыжий. А. Как же стрелять-то? Своих пораним. А пущай не возят японцев. А, дурья голова, да они ж не по своей воле. Коней жалко. А тебе кого жальче-то? Коня или батька? Стрелять надо, товарищ командир. А то войски что-нибудь удумают. К примеру, мой батька хитрый, как дьявол. Арсенондор! Товарищ, а? Что? Тебе же неудобно. Я ж белку в глаз бью. Каждого японского солдата. Понятно? Ну так вот, пусть он там им и расскажет, что к чему. Уходи. Ты смотри, куда захотели. Вплоть до Байкала, а? И сутки найдите.
черт его знает, товарищ командир. Не идет он, и все. Я и так, и этак. Не идет, проклятый. Вот спасибо. Кара, мы сегодня часа целая маскара. Вроде как он говорит, что его там все равно расстреляют. Ишь ты, страсти какие. Вот спасибо. Курасер Томотти, посырать как-то. Чего-чего? Ай? Курасер Томотти, посырать как-то. Он думал, что его в плену-то убьют. Макаримаста. И что же у нас? Еще один японец выискался. Видать, здорово они вас в Порт-Артуре проучили. Перчиков. И Артур останется. То поучили, то верно. Конечно, которые совсем дураки, так тех уж ничто не научит. Ну-ну-ну. Ну ты бы вот, милый друг, побрился, а то пленных пугаешь. Ну вот я, к примеру, моряк. Да моряк, моряк! Ну, матрос! Вот, матрос! Так вот, ну плавай. Вот, только с машиной так. Ту-ту. Так, а ты что делаешь? Ты? Я вот, вот я моряк, я. А ты? Я вот, ту-ту, а ты? Подожди, вот. И что? Портной, что ли? Портной, какой парикмахер? Да что? Ах, садовнику! Садовник! Ты так и скажи, я садовник. Скажи, да? Да? Да. Скажи, да. Да. До. До. Ник. Ник. Садовник. Садовник. Вот. Садовник. Что? Ну, а теперь скажи, у тебя дети есть? Ребятишек? И младенец мой прекрасный. Вай. А? У тебя дети маленькие, ребятишек есть? А у меня сын большой. Что ж? Я с тобой по-хорошему. А что бьешь? А как же? Он мне по уху съездит. Так здорово живешь. Карево, ох ты. Вот оси вот тисяй, но не... На где вот оси вот каракал? А ты зачем его трасишь? Что он, мол, такой маленький, а ты такой большой? Это у них самое обидное, когда их малым ростом дразнят. Так я же о детях. Он-то хоть по-нашему хорошо, спасибо, знает. А ты по-ихнему не бельмеса. Вот и заработал в ухо. А то же мне Порт-Артур. А все-таки, а как будет по-ихнему дети? По дому по-ихнему дети. Я ж тебе кодомо сказал, а ты мне в ухо. Да? Понимаешь, кодомо. Товарищ командир. А, стрелок. Испугался я впервой. Опять же эти пули летают. И все такое. Ну что ж, на то не и пули, чтобы летать. Я, брат, и сам испугался по первому разу. Давай.
Связь с дивизией генерала Ямада прервана. Где обрыв? Кажется, в узловом пункте разъезда 190. Опять, наверное, партизаны. Замолчать! Вон туда, Ска! Дай, 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 Ямад. Осиновое гнездо! Осиное, господин полковник. Вольному воля, а мы в тайгу. Трогай!
Наконец, ребята, ведь домой идем. Бабы-то поди дождались. Какие пельмени угощать будут? Как на тот бугорок войдем, так мы и дома. Ты патронташ-то через плечо надел. А ну, Филя, напевай. Уезжают на соках седые бураны под снежным покровом тайга. Безмолвно суровые шли партизаны, отряды теснили врага. Начальник штаба слушает. Да-да. Что? Хорошо. Два офицера и один унтер-офицер? Отлично, отлично, передам командующему. Это Терехов, командир кавотряда. Согласились такие японцы завязать глаза-то, а? Видно, припекло им без связи-то. Снимайте-ка китель, Валерий Яковлевич, я вам тоже звездочку пришью. Третьим парламентеру в полной форме. На бабушка. Иди. Иди, иди на бабушка. Вот, вот, вот. Местом переговора имеем
Эльдангар, станция Зимовка. Это зона, где действует японская императорская армия. Но на время переговора станция имеет стать нейтральной. И туда мы разрешаем. Также превращаем ваши храбрые отряды. Японское войско не станет повредить. Хорошо. Мы запросим наше командование. Очень хорошо. Значит, вы все-таки решаете ехать? Красная армия идет сюда. Одних наших сил недостаточно. Значит, нужно выиграть время. Да. Да, но вы отряды, батенька, туда хотите вести? Возьму роту Бублика для представительства. Поедем? Поедем. А куда? Тигру в пасть. Ты вот, Егор, охотник. Ну. И должен знать, чтобы поймать тигренка, надо влезть в берлогу тигра. Я предлагаю выпить за Россию. Вы знаете, пожалуйста, я жил в Петербурге около 2 года. Ваша литература, Пушкин, Толстой, Чехов, Грибоедову, Грибоедов, как там, попутешествуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Хорошо, очень хорошо. А ваша театр, балета, вы знаете, после него я не могу смотреть на мясо гейса. Ужасно. Плохо. Очень плохо. Угу. Да. Мы в Японии очень любим русский народ. И потому помогаете его врагам. Угу. Что? А, мы не хотим мешаться в борьбу партий. Но помогаете монархистам против большевиков. И помочь хотите? Вплоть до Байкала. Никак не ближе. Почему? Мы хотим только помочь сделать этот богатый, теперь пустынный край процветающим. Да и мы хотим того же. Но думаем это сделать как-нибудь сами. А, но какой системой? А, пожалуйста,
Вот вы лично, какую систему вы уважаете? Ленинскую или нормальную? Ленинскую. Потому что она и есть самая нормальная. Командование японской императорской армии предлагает заключить перемирие как подготовку к эвакуации наших войск. Действия обоих сторон прекращаются. Особенно партизаны не разрушают нашу телеграфу. Хорошо. Я сообщу об этих условиях своему командованию. Но пока мы имеем подписать это предварительное согласие. Пожалуйста. Видите ли, я привык подписывать документы, текст которых мне понятен. Конечно, конечно. Я буду переводить и вам. Зачем же? Я предпочитаю вызвать своего переводчика. Хорошо. Хотите откровенный разговор о двух мужчинов? Вы забыли наши уроки. Могу напоминать. Мукден, Порт-Артур. Мы помним Ицусиму. А вот вы забыли, что тогда вы имели дело с царской армией, а теперь вы встречаете весь вооруженный народ. И там, и тут солдаты с ружьем. Не вижу. Почему разница? Увидите. Теперь русскому народу есть что защищать. И все население страны встанет живой стеной. И что же, пожалуйста? Война есть война. Берегитесь. Кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря может пройти уже по вашей японской земле. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, мы в Японии говорим: Россия – страна росы. Японское солнце зайдет, роса высохнет. Пока солнце взойдет, роса очи выест. Так говорит наш народ. Ваш народ. Вас народ может только разрушать, как разорила почву Россию. Вот, вот так. Так, вы не будете подписать?
Нет. Не подпишу. Подумайте хорошо, прежде чем еще сказать нет. Я буду писать бумагу на русском языке. Так. А когда же ожидается появление на свет всего бесстрашного подпольщика? Ой, осталось только 2 месяца, Семен Николаевич. Это-то и страшно. Семен Николаевич, я ужас как боюсь. Чего боитесь? Да что я с ним сейчас буду делать? Подкините его мне, старому холостяку. Ой, вы все шутите, Семен Николаевич. А ведь правда. Время-то нынче совсем не подходящее. Неверно! Время самое подходящее! Андреич! Ой, ты все слышал? Вот японец говорит, край, мол, пустынный. А теперь одним человеком будет больше, и то хорошо. Ты знаешь, я ведь на силу сюда добралась, если бы не Андрей Андреевич. Кто? Ну, Андрей Андреевич. Это я его так называю. А-а-а. Он мне помогал при всех проверках. Да что ты. Ой, да, комитет прислал тебе письмо. Так-так. Вот, читай. Остальное я расскажу тебе на словах. Главное, рассматривать заключенное перемирие как выигрыш времени. Ровно 4 часа по орудийному выстрелу. Я понимаю. Наша задача убрать его сразу, в начале боя. Okay.
Заснула? Я сейчас. Ничего, пиши. А который час? А я кукутирае? Приготовиться. Выступили, сволочи. Я в штаб, а ты? Нет, я с тобой. Открывай! Вы все равно окружены! Чистая работа, господин Усижима. Нам японцы тарарам. Ладно, потом разберемся. А сейчас надо сматываться в тайгу. Задание выполнено. Перемирие заключено. Делать нам здесь больше нечего. Да, доклад мы комитету переправить бы надо. Да и об этом предательском выступлении. Я отвезу и расскажу все. Ты не бойся. Бублик здесь нужен будет. А я проеду, мне теперь легко. Я сейчас на станцию к Семену Николаевичу, и он меня сумеет отправить. Так вот, товарищи, станция, как видите, где сосредотачиваются бело-японские войска, и есть узловой стратегический пункт нашего фронта. А тактический ключ к позиции, командующая над этой станцией Сопка, Емелькина шапка. Сопка в наших руках. Но, товарищи, по имеющимся сведениям, завтра на рассвете японцы хотят ее захватить. Наша задача во что бы то ни стало удержать Сопку до прихода частей Красной Армии. Они будут здесь через сутки. А как у нас с патронами? Да, товарищи, но стрелять нельзя. Ах, нельзя!
Есть приказ. Какой там к черту приказ? Да что, врага-то, что мы, шутки шутим или там, или что? Люди на смерть идут. Ты кровью не шути, командир. О. А ты кому подчиняешься? Я? Тебе. Ну, а я ревштабу. И вот приказ ревштаба. Приказываю до подхода регулярной армии категорически воздержаться от вооруженных столкновений с японцами, ни в коем случае не нарушая перемирия. И не поддаваться на возможные провокации. Это директива товарища Ленина. А Сопка? Стрелять нельзя. А может, штыками, а? Штыками тоже нельзя. Есть у меня одно предложение. Давайте обсудим. Ну, знаете, батенька, это случай военной истории не бывал. Даже Кляузовец и тот не предусмотрел. Тайга, брат, она всему научит. Только вот, успеем ли облить ее за ночь? Ну, она ведь замерзнуть должна. Так ведь тем овралом такой каток устроен. Будут помнить Емелькину шапку. Pretty tough country, Colonel. Kind of hard to pick daisies around here. We shall wait until spring. When is now? How's the way? Передайте на ваше командование. Японское войско делает маневры. Только после первого выстрела оттуда начинать нашу ответный огонь. Замечайте, ответный. Плохо политый. Ты что, гостиницу моим сверху отставить?
хорошо? Нельзя, зашибить можно. Ну что ты будешь делать? Приготовься. Батарея! Огонь! Батарей, Баландра! Баландра! Большевик! Нечестно воюешь? Твоя самурая? Нет! Ну, значит, ребята, самураев из нас не выйдет. И мы предлагаем японскому командованию выполнить, наконец, свои обещания и немедленно начать эвакуацию. А нам что вы предлагаете? Какие условия? Вам мы предлагаем сдачу без всяких условий. Видите ли, вы забываете о чести русского офицера. Скажите вы, русский офицер, какое солнце вы хотите видеть на Дальнем Востоке? То, которое красуется на японском флаге? Или... Считаю ваш вопрос несколько бестактным. И там, за проволокой, их последний оплот. Там, за проволокой, завтрашний день дальневосточного края. А ведь край-то свой, нашинский, как сказал Ильич. И это наше завтра мы возьмем с боя. Помните, товарищи, впереди жизнь. Позади смерть! Мерзнет. Кого мерзнет, а у кого болит? Там люди в бой идут, а мы здесь без толку людей морозим. Ой, ой. Резерв мы, понимать это надо. Пять минут можно начать обстрел. Прикажите. Садики.
бьют. Наших бьют, ты понимаешь, бьют наших. Не могу я здесь сидеть. Ты не один здесь сидишь. А я не могу. Вот возьму свой взвод и пойду. А я тебя убью. Ну что ты будешь делать? Товарищ командир. Да! Есть, товарищ командующий! Вперед! Назад! Нашего главного командования. Через 48 часов наши войска вступят в город. К этому моменту последний японский солдат должен покинуть берег. В моей стране есть такой обычай, когда два самурая расстаются, они обмениваются чем-нибудь на памяти. Пожалуйста. Уж не знаю, полковник, что вам и предложить. Ну, хотя бы ваши портсигары. Пожалуйста. Иди, иди к деревянной бабушке. До свидания.
товарищ, русским языком. 2 часа каждый день. Сейчас будем заниматься 3 часа каждый день.